Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале «Огород без правил». Мы по-прежнему с вами находимся в Новгородском районе. Сегодня на календаре у нас 4 мая. И мы с вами находимся в нашей деревянной теплице, которую мы строили в том году. Это деревянная теплица на металлическом каркасе, вот который вы можете наблюдать. Видно по центру металлический каркас. Он сделан полностью по периметру. Этот металлический каркас напоминает свайный фундамент. И этот фундамент обшит по периметру плоским шифером. В том году мы в этой теплице сажали огурцы. Лето она у нас была накрыта пленкой. В осень мы ее накрыли поликарбонатом. Что правильно сделали, потому что в этом году все материалы подорожали в 2-3 раза. В этом году у нас посажены сюда томаты. Томаты мы высаживали с вами 15 апреля. Видео также есть на моем канале. И сегодня я хочу вам показать, какие сорта и какие гибриды мы с вами в этом году сеяли на рассаду и уже впоследствии высаживали их в эту теплицу. Ну, помимо того, что я вам покажу сами сорта и гибриды, я вам покажу еще, как себя чувствуют наши томаты. Эта тепличка у нас неотапливаемая. Сейчас в данный момент в этой теплице всего лишь 12 градусов тепла. Термометр установлен по центру этой теплицы. Под нашими укрытиями температура примерно выше на 3-5 градусов, что составляет примерно 15-17 градусов тепла. На улице вы можете наблюдать, мы ходим в зимних куртках, шапках. У нас температура второй день составляет 3-4 градуса тепла и идут круглые сутки дожди. На улице в данный момент вся работа приостановлена, у нас очень сыро, поэтому все работы пока производим, полностью налаживаем наши теплички. Ну вот я разложил перед вами томаты, верхняя строка это у нас томаты свыше 1,5 метра, вторая строка это у нас примерно 1,5 метра и нижняя строка это такие более низкорослые до 1,5 метров. Сейчас мы быстренько с вами пробежим. У нас получается посажено так 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 22 разных сорта. В основном это сорта фирмы Сибирский сад и только 3 сорта у нас фирмы Гавриш. И получается у нас примерно только 5 гибридов. Остальные все сортовые томатики. Сейчас быстренько с вами пробегаемся по всем томатам. Кострома и Евпатор, мы их уже сажаем уже, наверное, 5-й год. И они нас полностью устраивают. Очень хорошие томаты, хорошо завязываются. Бычье сердце английское, южный загар, орлиное сердце, бифстеллер золотой, жаркие угли. Это у нас были свыше 1,5 метров томата. Теперь бочка меда, золотой кенигсберг. Очень хорошие вкусные томаты. Бычье сердце оранжевое нам очень понравилось. Гигант лимонный. Малахитовая шкатулка также нам очень понравилась в том году. Хурма. Царевна лягушка. Янтарное сердце. Генератор. Золотое лукошко. Антоновка медовая. Золотые купола. Новый кенигсберг. Сибирский гроздевой и большая радость. Ну вот такие томатики мы с вами в этом году посеяли на рассаду и уже высадили 15 апреля в нашей тепличке. И сейчас я вам покажу уже непосредственно, как они себя чувствуют в необогреваемой теплице. Ну вот, можно наблюдать наши томатики. Чувствуют они себя хорошо. Конечно, не хватает нам тепла, солнышко, они немножечко притормозились в росте, но чувствуют себя хорошо. Стволик стал достаточно такой более толстый, уже появляются пасынки, которые надо будет удалять. Такие небольшие бутончики. Вот так себя хорошо чувствуют наши томаты. Вот. Можно наблюдать. У нас такое укрытие. Вот это вот шпагатик, который мы с вами также натягивали. Наши томатики чувствуют себя замечательно. Сейчас пойдем посмотрим еще
другие томатики под другим укрытием. Ну вот, можно наблюдать под другим укрытием наши томатики. Это у нас томатик получается. Так. Гигант лимонный. Вот такой хороший кустик. Также можно наблюдать, уже есть бутончики. Вот такие хорошие томатики. Сейчас вам покажу в другую сторону. Вот. Томатики себя чувствуют прекрасно. И на этом я буду заканчивать свое видео. Всем хорошей погоды, солнечного настроения и до новых встреч!